Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, зрители моего канала. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал Ремонт ТВ. Я занимаюсь бензоэлектроинструментом, ремонтирую. В общем, причина такая, что стартер дергаете, и веревка у вас остается постоянно наверху. Здесь три случая. Либо верхняя пружина лопнула, либо нижняя пружина. Либо при сборке вы заменили пружины, все, и вы просто перемотали много веревки. В данном случае, то есть, смотрим. Я беру за веревку, прокручиваю немного крышку, буквально чуть-чуть. Все, и она начинает сама собираться. То есть, смотрим, вот все, она собралась. Теперь, сейчас мы установим вот так вот телефон. Теперь, если мы сейчас будем выдергивать за веревку, то есть, чтобы завести, я дергаю, а веревка осталась на месте. Вот, стартер, то есть, пружина целая, я проверю, пружина целая, все хорошо. Но стартер стоит на месте. То есть, я чуть-чуть откручиваю, и веревка сама начинает заходить. Если на всю не выдергивать, вот я чуть-чуть выдергиваю, то он работает, вот. Что нужно сделать? Вам нужно сделать всего лишь пару движений. Сейчас я вам покажу. Берете, вытягиваете шнурок, беретесь за шнурок и на виток его опускаем еще в другую сторону, то есть чтобы длиннее веревка была. Веревку протягиваем, отпускаем и теперь смотрим. Я беру, вытягиваю до конца, у меня веревка возвращается. То есть вот. Веревка возвращается сама. Почему так происходит? Потому что веревка намотана сильно, и она уже пружина на всю раскручивается там. Ей некуда деваться, и она зависает. То есть кто столкнулся с такой причиной? Вот элементарно. Если вы дергаете, и она у вас остается наверху, и дело не в этом, то что вы сами не перекрутили много витков, то причина в том, что у вас, скорее всего, верхняя пружина лопнута. Если она лопнута, то вы... Если это с самого края лопнута, прям просто язычок согнутый, вы берете газовую горелку, ее просто накаляете, загинаете ее, и у вас все будет нормально. Если это нижняя пружина лопнула, тогда вам либо стартер нужно менять, либо пружину. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хотел также сказать Валерию спасибо за прошлую помощь. Он помог мне за донат, закинул на Киви кошелек, сумму я говорить не буду какую. То есть, спасибо тебе огромное, Валерий. В общем, спасибо за просмотр, берегите себя, берегите свой инструмент, своих близких. Всем пока.